Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и сегодня у нас летсплей по игре Never Alone, Никогда не одинок. Почему эта игрушка? Искал я в интернете, вообще везде, где можно, рекомендации, так что же лучше поиграть вот на Новый год. Во многих рекомендациях эта игра присутствовала, так как она, вот видите, тут сплошные метели, события развиваются, по-моему, на Аляске, вечно снежном, таком морозном штате. Игра очень классная, с такими положительными рекомендациями от всех, поэтому не мог пройти мимо. Давайте с ней познакомимся, решим, правильно это или нет. Инуиты — это коренные жители Аляски, на протяжении тысяч лет успешно проживающие в одних из самых сложных условий на Земле. Узнать больше об инуитах с помощью разблокируемых экскурсов в культуру можно. Можно, но там все на английском языке, поэтому просто будем играть без экскурсов в культуру. Я расскажу тебе старинную историю. Я слышал ее от Насрука, а когда был еще совсем маленьким. Говорят, что далеко отсюда жила одна девочка. А вместе со своей семьей девочка обожала охотиться. И повзрослев, уже много чего умела. То есть охотились на птиц, на оленей, на тюленей. Однажды началась сильная метель. А за ней пришла еще одна метель. И еще одна. А жители деревни больше не могли охотиться. И им угрожал голод. Но девочка задумалась. А что же было причиной такой метели? И решила найти источник метели. Прикольно. Можно пойти в экскурс, но мы не будем. Метель не ослабевала. И стоило девочке немного пройти, как она столкнулась с реальной опасностью. Она совсем маленькая, да? Ух ты. Ничего себе. То есть нам нужно убегать от этого мишки. Она еле-еле шла, а вот теперь еще бежать нужно по снегу. Прыжок. А мишка не прыгнул. Прыгнул. Ничего себе. А там... Ну, медведь он такой тоже. Спортсмен еще хоть куда. Ого. О, смотри, кто-то бежит. Какой-то лисенок или кто это? Белый, нет, непонятно. Таким хвостом. Опа. Вообще, такая графика интересная. Такая какая-то волшебная. Вот почему и сказали, что лучше на Новый год в эту игрушку играть. Ой-ой-ой, видите? Сильная метель, а мишка ж понятно, что сильнее девочки. Ого, что это? А играть в режиме совместной, если у тебя есть второй контроллер, нажми, чтобы присоединиться в роли песца. А чтобы продолжить в режиме одиночной игры, нажми Q. Интересно, кстати, как это лучше сделать, не знаю. У меня есть еще контроллер, но не думаю, что это будет удобно. Пробую так. То есть я убегаю, типа, им, да? А видите, он по трещинам пройдет, а медведь провалится, наверное. Опа, точно. Что дальше? А я должен уходить? Или не должен?
Наверное, не должен. Все, медведя нет. Возвращаюсь. А где он рычит, если он там уже потонул? Она бы умерла, если бы была одна. А подумать только, как ей повезло. А Q-типа это переключать, да, или что? Да. Понятно, он, видите, за нами будет сам бежать. Ясно, интересно. А погода все не прояснялась. За одной метели начиналась другая. Роберт Кливленд, нас рук. Вот мы познакомились с нашим партнером, с которым будут у нас все приключения в этой игрушке, по идее. А, смотрите. Она никому никогда не говорила о писце, а писец, я понял. Это был необычный писец. Ну, про него можно, про полярного писца посмотреть диалог, но не буду. Ого. Коснись пробел, чтобы забраться на стену. То есть, видите, я не могу допрыгнуть. А если меня за песцом, то он, видите, вот так забирается. Ничего себе, по скользкой стенке. Ну и понятно, что теперь мы... А девочка за нами не пойдет сама? Нет. То есть теперь мы поднимаемся. Круто. Ладно, медведя больше не встречать. Ого! А, вот вниз. И залезли. Видите, разрушенные всякие эти хижины. Хо-хо, молодчинка. Рядом прям с нами. Ой! Она так тепло одета, что там... Так, а, контур, чтобы противостоять ветру. Ничего себе, я понял. Что если падает снег, то как бы это не больно. А, вот, я понял. Оп. Ясно. А, олени, карибу и одежда. Нет, мне пока не интересно. Блин, не успел нажать. Оп, успел. В воду там такая макнулась. Девочка поняла, что... А среди нас живут... Ого. Писец показал девочке, как прекрасны эти помощники. А, среди нас, наверное, живут помощники. Что это? Можно прыгать сюда? Обалдеть. Откуда это взялось? Не-не-не. Неправильно. Девочка поняла, что... Да, среди нас живут духи-помощники. Все, поняла. То я не пропустил эту фразу. Ну вот, допустим, встала я сюда. И что дальше? Может, нужно поменять... А, видите. А она за ним идет, отлично. То есть когда... А, тяжело. Когда девочка подошла, не было этих духов. Ну, дальше. А когда... А писец подошел, то вот было. Так, у силы есть душа. Ладно, лучше песцом буду пока играть. А он может? Да, прижиматься может. А, так. Отпрыгнуть. А, вот дух. Ого, он прыгает. Ничего себе. А девочка? Так, залезла. Вот, отлично. Вместе девочка и писец избежали многих неприятностей.
Надо же, не знаю, каким образом, но вместе они нашли дорогу домой. Сохранялка. Оп, успел. Так, лучше я буду песцом прыгать. Ого. Красавчики. А, не успел. Видите, успел чуть-чуть. Думал, там пустота. О. Ложись. Хвост ты меня надуло. Быстрее, быстрее, мы уже почти дома, наверное. Ого. Как? Я так подозреваю, так нужно делать. А, вот, видите, и дух опустится, да? Точно, пока писец сюда не запрыгнул, этого б не было. Так, меняю, по идее. И что, нужно, наверное, отсюда, да, разгоняться, прыгать? Нет. Не-не-не, получается, значит, им нужно, наверное, опускаться, да, как-то? А, вот, видите, как оно. Еще. Вот теперь другое дело. Эти духи. Оп. Так-то лучше. Поехали вниз. Ого! Перелетел. Опять сохранялка. Ой. Ложись. Так, только я здесь не пойму, что к чему. А ну-ка. Писец. Да что ж так дует, слушайте. А, так он может залезть. То есть, если он... Может, опустит их, да? О, вот, конечно же. А девочка теперь... Нет, надо ей помочь. Сама она как-то... Не хочет справляться. Маленькая еще. Глупенькая. Нужно помогать. Ого. Огонь. Сгорело все. Как? Это наш дом. Блин. А кто это сделал? Слушайте, была ж метель. Это вообще печально. Девочка вернулась в деревню. Но произошло нечто ужасное. А, пока девочки не было, там появился ужасный человек. Он что-то искал. И ни перед чем не останавливался. А чтобы найти это... А деревня была полностью разрушена. А что же с жителями случилось? Ну, вроде бы не убил, да? Вроде бы погнал их куда-то. А говорят, когда от каждого порыва ветра рыхлый снег разлетается повсюду. В общем, непонятно. Что же делать? Девочка не могла поверить своим глазам. А все вокруг было разрушено. От ее племени не осталось и следа. А что же могло случиться? Не может быть, что все это только из-за метели. Ну, теперь будем их искать и спасать, наверное, да? А если бы девочка не ушла искать источник метели, то она бы пропала бы со всеми. О, вот и духи. Посреди горящих развалин появились огромные духи Гагары.
сочувствующие лишениям девочки. Но Гагары были не единственными прибывшими. А странные маленькие человечки появились из-под земли. Вон они, чтобы копаться в руинах деревни. А, это, наверное, прислужники того злого человека, да? Ой. Так, а ну-ка, писец. Сможешь залезть? Не-а. Как же здесь быть? А, вот, ого, перелетел, красавчик. Вообще. Эти метель помогает иногда. Так, за мной. Вот эти человечки, блин. Ага, вот как-то так. Ого. Ого, вы это видели? Красиво, конечно. Вон залезла, молодечинка. Учишься быстренько. Подойди сюда, внучка. Сказал человек-сова. О, вот есть кто-то живой, отлично. Откуда он меня знает? Подумала девочка. Потому что я охраняю тебя. Если бы у меня был мой барабан, я мог бы помочь тебе найти того, кто разрушил твою деревню. Так, то есть нам нужно найти барабан теперь, да? А, биение сердца общины. Ладно, мне это пока не нужно. Ого. Давай, давай, давай. Получилось. Е. Все, порядок. Это мы уже знаем. Девочка-молчинка. Скалолазка прям. Ух ты. Вот он какой. Ничего себе, сколько их. Лови его. Не словил. Ага, вот так. А там кто-то спрятан. А, схватить предмет и передвинуть, да? Куда? Ого. Для начала посмотреть нужно. А, вот сюда, чтоб выше можно было идти, да? А там, понял, лучше так-то сделать. А, там маски какие-то лежат, то есть там ничего ценного. Я думаю, там кого-то словили и засадили. А писец нет, бы помог, видите, он сел сверху, чтобы мне тяжелее было тянуть, в общем. Ну ничего, красавчик. Сейчас он мне поможет. Вот так вот. Давай-давай. Вот. Веревочку отвязал. Так. Ой, ого. Ого. Их игра на барабане была прервана девочкой. Это наш барабан, походу. И они вышла посмотреть, кто там так шумит. Ого. Ничего себе. А, девочка погибла. Я долго ориентировался просто. То есть нужно сразу вот видео начинать. А я пока начал, уже было поздно. И? Как теперь? А. Ой. О, ничего себе, вы видели? Нехорошо.
Откуда же я это все сразу знал? А, вот. А, так, блин, он докидывает. Я думал, он в одно место кидает. Надо лучше сюда встать, вот так. И вот он кинет сюда, да? Вот. А, если встать сюда, смотрите, он, получается, поднимет к себе туда. Опа, проход. Ну, эту штуку вот. Да, еще сюда ближе вот становлюсь. И еще, да? Вот, сейчас тебе хана. Куда же ты убегаешь, а, красавчик? А вот и барабан у нас. Девочка перехитрила маленьких человечков. И нашла барабан человека-совы. Что теперь? Нужно вернуть его. А, дальше путь будет? Ну, конечно же, будет. Нормально так подперло. А, нет, наверное, надо было не так, вы знаете. Откуда ж я знал? Нам тут писец поможет. Ух ты, красавчик, он вообще так прыгает сильно. Но нам... Ой, тихо, писец, ты там сильно не шуми. Девочка теперь должна подтянуть. Та не туда, что должна подтянуть. Ладно. Зачем ты сюда прыгнул, писец? Я ж тебя не просил. Теперь придется возвращаться. Что, не? Дальше никак? А, можно. Надеюсь, он сам дальше сможет. О! Девочка вернулась вместе с барабаном. Он был так счастлив и так горд девочкой. У него был для нее ответный подарок. Человек-сова сказал: «Я сохранил это для тебя». А ей без шапки вообще не холодно? Класс. Так. Бола. Так, ну что ж, друзья, наверное, я все-таки сейчас прервусь. А все остальное уже в наших следующих выпусках. Если вам эта игрушка понравилась, то поддержите это видео своим лайком. Мне она очень понравилась. Комментируйте, давайте свои советы, пожелания, в общем. А скоро Новый год, так что всем желаю счастья, добра, мира, а и, конечно же, здоровья. Все, пока-пока, до встречи в новом году.